И всем привет, с вами Блюкет, и сегодня я снова буду играть в Toilet Tower Defense. У меня есть такой челлендж, я себе его придумал совсем недавно. Играть только мификами. Ну, с появлением аукциона я себе накупил тут много еще мификов, помимо там шефа. Шеф-то у меня еще раньше он был. И будут мифики сегодня. Ой, нет. Как-то так. Вот так. Сейчас поставлю и пойду играть. В хард режим. Сегодня, да, в угадали, реально. Я буду играть только мификами. Мифическими персонажами. Это вот камерамен миф. Ну, я так хочу увидеть коин на максимальном уровне. Он там... Вот шефик, фефик, там спикур миф. Пока я поставлю сюда шотган камерамена. Я сейчас вам покажу все 5 мификов. Шеф, спикер миф. Миф камерамен, титан. Ну, шотганчик. И, ну, конечно, Санта ТВ Мэн. Же тоже миф. Пусть не такой, как все. Это не из их, можно сказать, семейки. Подписчики, я вернулся. Еще сейчас я одного сан поставлю. Пока шотган не справляется. Не справляется, но очень с трудом. Сейчас я тут вот сейчас снова улучшу шотганы. Этого камерамена с пиздом, извините за выражение. Хотя ладно, еще, допустим, шефа поставлю. Так, мне будет, наверное, каждого миф по одному пока. Еще тут каждого еще будет пикер миф такой же тут и камера миф. Камера миф на максималке имба, поэтому их будет тут по одному всех. Здесь каждый мразь будет по одному виду. По одной шоте. И урон у них у всех на максималке гигантский. Какой же красивый камера миф. Конечно, он вот очень уж на себя не похож. Ну-ка, такая на 49. Ой, здесь больше всего ДПС. У шефа 16-ка, 12-ка, 9-ка, 6-ка. У этого самый меньший, у этого побольше, у этого еще побольше, но у этого больше всего 49-ка. Ну так-то у меня был Red Laser, но я его обменял на такой хороший офер на 1000 гемов. Ладно, не на 1000. Я на еще добавку. И он еще там, человек там мне отрядился, он еще там много так там мне там добавил, так добавил он мне. Что, вы не думайте, я не лошара. Я не лошарик, пешарик. Ну пока что-то с Питер миф, он как-то больше. Ой, пока что-то, ну, как-то тут видно разница, видна прям. Единственный миф, кого тут не один, а целых 3 штуки, это вот Санты. Хотя Санты не... Это вот хорошо, что они мифические, что так-то они, с одной стороны, не относятся прям к таким мифам. Но у них редкость-то мифическая. Или у шутгана за 1200 апгрейд. У этих 1000, даже у шефа 1000.
Так-то, подписчики, поздравляю. Наш ивентик убрали, валентиновый. Теперь мне хуй лишь собирать вот эти вот тупорылые там сердечки для узбечки. Теперь мне лишь эту хуйню собирать, если их уже не надо собирать, их уже нет. Как сказать, шеф стал дороже к радости. Шеф стал дороже. Вы спросите, почему? Вчера вышло обновление. А что? Правильно, с каждым обновлением ивентовые юниты становятся на какое-то количество процентов дороже. С каждым абсолютно обновлением. Ивентовый вот там 6 лет тот же самый валентиновый, они прям меньше, они уже почти не подорожали, прям они же не подорожали валентиновые юниты, что их только убрали. Ну вот шеф уже даже подорожал, что коробка тоже, что они незаметно хоть так, но они дорожают, у них дороже цена стала. Шотган он просто здесь. Такую разборку ведет. Ну ладно, я же тут что, вот, ну, сейчас шотгана поставлю. Ну а сейчас я лучше титана камеру. Мифа нашего. Пока здесь на началке совсем справляется он. Вот. Шотган самый первый. Это юнит самый кособильный. Я ударился. Извините выражение. Извините, у меня стул металлический помер. Ну сидеть не время. А, и стул там пластиковый. Ударился, я больно. Просто разом бомба всех застанула. Ух, проходят над Азией. Трудно. Давайте рубите их всех. Камера миф он рубит пока что. Там, что так люблю камера мифа, что у меня на максималке до мифов то силы урон. Ой, ну то есть радиус. У него реально жесткий урон, что он прям такой мощный, реально на максималке. Это пока лучше вот спикер мифа. Снова X3. Всех застанили. Жалко, что нет пока спикер для пайердрона. Ну, даже если бы... Кстати, я недавно посмотрел в тирлист и узнал то, что... То, что я не знал очень давно. То, что оказывается, гринлайтер дороже этого. Дороже спикер репардрона. Раньше так-то спикер репардрон просто был подороже. Ну, какой-то камера Монтитан, реально он круче стал. Перед апгрейдом все говорят, начали его хейтить, то что... Это полный гол. Но не верьте его с тобой. Что-то фигня, хуйня, херня. Ну, понял. Что он этим массово просто вот хейтить из-за того, что это вот из нашей лежали камера мифа хейтить очень жестко. Очень жестко начали камера мифа хейтить. Что он стал полным говном, никогда не берите его в катку. Что это все, что он раньше был лучше. Что он раньше тоже был хорошим, я согласен. То, что сейчас он производит из шума просто, что уши вянут насмерть, что уши потом зеленеют просто.
прямом смысле слова. С этим я согласен. Но все равно он стал сильнее. Он стал мощнее. У него молоток на максималке. Может, поэтому я его купил. И не молоток на максималке, он выйдет все. Просто. Мне кажется, вот наш хайпер. Давайте вот сделаю сейчас скрин. Ну, видео снова будет называться «Хайпер снова тут». Игра только мифами. Я уже спалил название, что я сейчас его и так думал, уже обдумывал название. Начинать все будет так. Хайпер снова тут. Ну, почему хайпер? Покачану и покачарышки. Потому что я его так хочу, а хочу так и называю. Не знаю, пусть не хайпер, но он, прям мне он сейчас стал хайпером. Ничего не знаю, не ваше дело. Что целых 20 волн. Самый дорогой персонаж у меня это шеф с ведром на спине. Я куплю ему нужно это ведро. А он вейкер и так круто. Реально, камерамиф он очень жесткий, я трогал. Бэйлзен, Березент, Одерсен. Я схожу с ума. Сейчас надо шефа на максималку прокачать. Что хайпера я на максималку прокачал. Почему хайпера? Потому что. Ну, вы поняли. Ну, занимайся такой мышцей. Я называю его хайпером. Почему хайпер? Повторяю, потому что я так хочу. Потом я, кстати, еще куда-нибудь пойду сейчас. Играю в Total Tower Defense. Тоже с мификами только. Только на другую карту. Все, шеф тоже на максе, малки. Теперь на улучшении ТК. Ну, конечно, жалко, что шеф пофиксили. Что помню раньше, он кидался просто. Что когда я играл еще раньше в Endless режим, то шеф он просто... У него пиццы летали каждую миллисекунду, у него летали пиццы. Он просто был бешеный имбой. То всех персонажей уже пофиксили. Игра стала наполовину. Это всех их пофиксили. То же самого камерамена мифа пофиксили опять же. А его и не фиксили. Не пофиксили. Ну его не фиксили хотя бы. Ну то, что диджей этого сцену уже вот прям это... Очень видно то, что его пофиксили. Война. Блин, прям те свои там. Надо же пить войны. Наконец что-то интересное. Хайпер. Он всех убил. Тут он всех уроет, короче. Что-то хайпер. Я так ожидаю 15 тысяч, когда у него появится молоточек. В яйцах точек. Подписчики, слушайте это. Надеюсь, вам понравилось. То, как сейчас звучит тут красивый ТК. Что-то раньше он не так много шума производил.
А сейчас просто кабзда. Вы думаете, сейчас тут вы слышите только шум? Сейчас обычный вот ТКН бы все больше шум производит. Все. Молоточек. Я ура, максималка. Делаем еще сейчас вот так. А сюда сейчас поставлю вот еще одного такого же красивенького спикер-мифа. Ну, очень классно. Здесь громкие звуки. Я хайпера уже показать не буду, что хайпер он того, на максималке. Подписчики. Хотя моя цель пройти хард режим с одними мифами, но я больше ничего уже проходить не буду. Это было последнее. Мы дочерли 4 волны и на максималку улучшить шефа. Что так красиво. Если даже просто так скринчик, скрин сделаю. Сейчас скрин, сейчас просто так сделаю. Такого этого красавца. Он явил красивым, стал пипец. Вот, что даже он не так, что он, сейчас и прошлая версия была прям, ну, такой. Интересно, вот скоро будут должны, нам обязательно, а также пикер мифа того, добавить ему новый этот. Ну, он тоже будет скоро реворкнуть. Интересно. Он тоже будет прям таким уж снова прям героем просто прям не знаю чего. Снова станет прям таким, не знаю, как его сказать. Джентльменом прям из куда-то прям из фильма. Он снова таким станет. Все, титаны его урубили. Кстати, ладно, все. А что вот, если я удалю их всех? Сколько сейчас получили удалить? 23 тысячи за это удаление, 7 тысяч. Сколько у меня будет сейчас на максималке денег, если удалю еще двух шеф? За шеф дают 8 тысяч. 8 тысяч 475. А за удаление этого 1425. Ладно. А если еще трех удалить, то сколько? Санта 450, ну, у меня на максималке. В итоге 61 тысяча 93 копейки. Или рубля. Ну ладно, без разницы. Не особо принципиально, думаю, тоже вы скажете. О, кто-то прям ищет моих юнитов. Вот там Ро. Ро 4. Смотри. Он ищет грин лазера и камера миф. Ты примешь? Примешь? А вот рейд. Смотри, у меня вот есть раз и два. Что ты хочешь? Понятно. Ладно, надеюсь, вам понравилось видео. Если вам понравилось, ставьте лайки. Всем пока.